Интересный досуг. Трудные подростки приняли участие в городском этапе краевой игры для школьников. Международный фестиваль. 11 ноября на авторадио «Армавир» начинается розыгрыш билетов на дискотеку 80-х. Новая экспозиция. В городском дворце культуры открылась выставка работ краснодарских художников-авангардистов. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6:30 и 7 утра и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.